Всем привет, народ, с вами, кстати, добро пожаловать на новый видос, и как только я зашел в мир, ну, как бы, капец какой-то, я уже где-то заспавнился, то есть, в какой-то глуши, можно сказать, здесь что-то просто, там, какая-то палатка с домом каким-то, ну, короче, друзья, ссылка в описании на эти все моды, сейчас я буду их смотреть, ой, капец, все завалено, пацаны, интересно, пацаны, интересно. Короче, мод на зомби-апокалипсис Project Walker. Project Walker это типа так, просто для души. Здесь есть вот такие вещи. Это что-то, это топор. Так, ну кстати, пацаны, снять ли мне сериал выживания в зомби-городе, что ли? Ух ты! Что? Видели тень там какая-то только что была? Интересно, кстати, можно снять, знаете... Просто в таком, типа, в обычном, ну, типа, мире. Тут, типа, вот такие вот структуры спавнятся. И можно попробовать что-то заснять. Так, что в этом домике? В этом домике еда. А ну-ка, интересно. Секундочку. Вот здесь вот что-то написано. Вот, допустим, я на выживании. Ну, вот сейчас я буду на выживании. Ну, короче. Допустим, вот, да, друзья, отсюда вот что-то выпадает. Рыба. Что? Что? Обалдеть. Тут зомби невидимые почему-то. Что? У меня, скорее всего, у меня сейчас версия 1.17. Ну, короче, 1.16 такого нету, повторяюсь. Да что ж вам надо, капец. Сейчас убьют меня и все. Капец, ну, кстати, классно, классно. Так, вот, все, отлично. Короче, ну, блин, может, это, типа, такое выживание, но, короче. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, здесь у нас вот такой, блин, я теперь этот сердечный приступ, это вообще. Надо как-то убрать. Нужно молоко выпить. Секундочку, секундочку. Блин, у меня до сих пор это сердечный приступ, блин. Надо было сдохнуть тогда. Так, окей. Здесь всякое такое. А ну-ка, давайте откроем вот это вот. Вот это вот. Его же нужно... А, ну типа жрёшь его, да. Окей, понятно. Давай используем этот юмп. Интересно. Ну. Блин, тут типа реально можно типа снять такой сериал, друзья, что ли? Ну блин, капец, просто классно, классно. Тут дом такой типа засыпанный, заваленный. Да что такое? Ломает это... Да боже мой, как это сломать? Я хочу сюда пролезть, дайте мне сюда пролезть. Или тут ничего нету? А, типа тут все засыпано. Это, ну, типа, неудачная, так сказать, текстура. Так, окей, вот здесь всякие вещи, друзья, как видите. Давайте вот возьмем, допустим, вот Пепси, друзья. Я его пью. Это пицца, что ли? Или что это? Не знаю, я английский не понимаю. Так, тут у нас вот такие вот, собственно, спавнеры. Опа, машина. Это лут всякий здесь. Это, да, это я знаю. Давайте посмотрим на этот лут. Так, трейдеры какие-то, что? Спавн-трейдер. Здравствуйте. Торговля. Так, посмотрим. Ух ты, вот смотрите, за микросхемы обменивают. Вот что это такое? За гнилую плоть также. Ну, кстати, интересно. Так, и бандит. Бандит убивает трейдера. Ухо-хо-хо-хо. Классно, классно. А ну давай, подыхай. Обалдеть, классно, классно, конечно. Так, дальше у нас здесь машина. Вот такая вот. Типа, чтобы, ну, типа, ездить. У него анимация есть, офигеть, капец. Есть анимация колес, типа, что ли? Посмотреть как-то можно, нет? Блин, наверное, нету. Ладно, тут вот такой вот кострик, типа вот... Офигеть, как это классно все сделано здесь вообще просто. Это очень классно сделано, смотрите, вот дробовик. Да, я, наверное, сниму, типа, такой, знаете, мини-сериал, что ли? Что? Обалдеть, новое животное, пацаны. Я не помню, как она называется. Так, это, блин, это кто это? Ну, это, короче, кто-то, так. Это медикальный лут, ну, типа... Да, это оружие у нас. Это у нас еда, окей. Разобраться можно. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Это...
я так понимаю, мясо. Это у нас, ну, типа, стоп-инфекция, да, это я знаю. М4. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А с него мясо выпадает? Что? Оно было в крови, что ли? Обалдеть. Так, и это рыба. Ну, короче, это такой мод, скачите, так же. Очень классно, просто много чего спавнится. Можно сказать, типа, такая деревня, что ли, тут. Или что, вот, то есть, тут такие вот палатки, типа, спасательные. Как будто, знаете, типа, какое-то место, типа, поняли, там, типа, заброски всякие, вон, зомби ходят, что ли. Ну, очень красиво, атмосферно, вообще. Особенно тут все звуки заменены почти. Короче, всем пока, наверное, да. Вот такой вот видосик маленький, да, на 5 минут, в принципе, норм. Ну, блин, очень, то, знаете, такой хороший мод. То есть, смотрите, тут есть анимации всякие различные. Давайте еще, это я не буду с вами прощаться. Давайте вот я еще посмотрю всякие моды. Давайте вот АВМочку возьмем. Допустим, вот М40, серьезно. М110, пацаны. Че, стендов? Пацаны. Обалдеть, пацаны, это стендов. Это стендов. Смотрите, вот. Обалдеть. Тег 9 вот. Смотрите, стреляет так же. Ой, я кого-то убил здесь случайно. Ну, извиняюсь. М40. Надо как обоин, поняли, в прыжке так. Опа. Ну, конечно, в Майнкрафте это нереально, типа, но... Обалдеть, пацаны. Оказывается, Project Valkyr основан на стендофе. Серьезно? Да ладно, АКР-12, пацаны. Обалдеть, пацаны. Ну ладно, короче, я тогда буду прощаться с вами. Всем удачи, как говорится. Что это? Здравствуйте. До свидания. Ну, короче, да, друзья, я с вами прощаюсь, собственно, всем пока. Мне какой-то ключ выдали. Ну, очень классный мод, особенно Project Valkyr. Да. Ну, короче, собственно, ссылочка в описании. Скажите, тут как это битва. У меня все очень баганое почему-то. Ну, чего вы хотите, 1.17. Ну и как бы, всем пока.